Раскрыты подробности отношений Кара Делевинь и дочери Майкла Джексона. Актриса Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла Джексона, Пэрис, заигрывают друг с другом, но не находятся в романтических отношениях. Так источник прокомментировал журналу People слухи о том, что девушки встречаются. Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения, сказал собеседник издания. Daily Mail 23 марта опубликовала фото двойного свидания Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма «Один дома» Макалея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях. Делевинь в 2015 году призналась в биальности. 25-летняя актриса известна по фильмам «Валериан» и «Город тысячи планет», «Отряд самоубийц», «Бумажные города» и «Анна Каренина» 2012 года. Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме «Опасный бизнес», который выйдет в российский прокат 19 апреля. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.